На Ринмарце с размахом отметили День города. Более 1000 человек стали участниками большого праздника на главной площади города Марат-Сей. В юбилейный день рождения Нарьян-Мара для жителей и гостей региона приготовили большую концертную программу, развлекательные площадки и настоящую сельскохозяйственную ярмарку. Свою продукцию представили более 12 предприятий. Великовисочный животноводческий комплекс, рыболовецкий колхоз «Сула», Нинецкий рыбак колхоз «Союз», агропромышленная компания, кооператив «Харп» и другие. На прилавках огромный ассортимент мясной, рыбной, хлебной, молочной продукции. Мясное, молочное. Долго стояли? Ну, где-то минут 20-30. За сметаной, за творогом, за сливками. Масло сливочное, молочная продукция очень вкусная. Очень даже разбирают хорошо, нашу продукцию очень любят и разбирают. Вот осталось немножко маслица и творожка. Весной приезжали, у нас полностью на ура все ушла, вся продукция. Праздничное настроение горожанам и гостям окружной столицы прибавило возможность отведать в торговом ряду горячих шашлыков, попробовать разнообразие меда, кондитерских изделий. Разнообразие вкусов, разнообразие интереса. Очень даже интересно. Что-то купили уже? Сувениры. Наши нарьян-марские. А кому подарите? Себе оставим. В этом году организаторы праздника особенно постарались. Многочисленные площадки, мастер-классы, игры и забавы не переставали радовать детей. В традиционном детском празднике «Я люблю Нарьян-Мар» выступили окружные художественные коллективы и исполнители. Плюшевые мишки, пингвины и зайцы. Малыши могли на протяжении всего концерта общаться с героями любимых мультиков. Что детям понравилось здесь? Фоткаться с медведем. Ростовые куклы, воздушные шары, сладкая вата. И это еще не все. Любители спорта прямо на празднике могли продемонстрировать свои таланты. А можешь какой-то трюк сделать? Да. Делай. Александр Терлецкий, руководитель общественной организации, сделал в честь Дня города подарок для любителей дворовых видов спорта. На собственные средства он приобрел и установил на главной площади спортивную площадку. Виды спорта дворовые, то есть это воркаут, кроссфит и паркур и так далее. Также хотим показать, что людям интересно, что молодежь выходит на улицы, занимается, и все-таки это необходимо для нашего города. Праздник вкуса и интересов, так жители и гости города назвали этот праздник, удался. Даже погода в юбилейный день, как и настроение горожан, была отличной. Чтобы процветал, всех радовал, родной стал, нравится. Добрые люди. Хорошего настроения отличного, погодки, чтобы недельку постояла. А любите Нарьян-Мар? Очень, конечно. А как же? Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал.